Вы даже сказал, что это государствообразующий праздник, эти награды. Давайте вспомним то время, с которого это начиналось, 97-й год. Это довольно непростое это время. Кстати, в это время был построен и дворец республики, в котором происходила нынешняя церемония. Образовалась страна, которая должна была вспомнить и построить, и, может быть, развить свою культуру. Те корни, которые привели к ее образованию. Поэтому этот праздник, он просто не мог не быть. Он просто обязан быть. И надо напомнить, что у нас много различных есть, может быть, премий за достижения в промышленности, в здравоохранении, в педагогике, скажем так. Но эта премия носит, скажем так, гуманитарный характер за те дела, за те достижения по укреплению и духовного начала нашей страны и укрепление традиций истинно белорусских. Так что в своей основе это действительно государствообразующая такая премия, которая и весьма почетна, и видна, и является, ну, символом нашей страны, я бы сказал даже.